Всем привет! В сегодняшнем видео я делюсь своим опытом того, как я подавала документы на оформление рабочей визы в Польшу. При входе в визовый центр вас встречает девушка, которой вы даете свой загранпаспорт. Она регистрирует вас в электронную очередь и дает вот такую вот памятку. При себе обязательно иметь внутренний паспорт Украины, загранпаспорт. Дальше обязательно приглашение. Страховку можно оформить на месте. Я покупала самую бюджетную страховку. Обошлась она мне 210 гривен. Все ссылки. Анкету я купила. И нужно еще одно фото. Фото я делала заранее. Писали, что нужно два фото. Одно вклеить в анкету. На самом деле я дала вот так вот две фотографии. Девушка одну фотографию вырезала, а вторую вернула мне. В этой памятке делайте копии всех своих документов. Можно делать это на месте, там стоят ксероксы. И вы спокойненько можете отксерить все недостающие документы. Как только загорается номер вашего талончика, вы подходите к соответствующему окошечку и там заполняете два таких бланка о даче оказанных услуг и на оформление персональных данных. Я заказала курьерскую доставку обратно документов, поэтому я еще оплатила 100 гривен в кассу, и мне выдали вот такую вот ТНку, по которой курьер привезет мне все документы домой. А именно приглашение, загранпаспорт с визой или нет, это уже по решению консула. Посмотрим. И вернули мне также страховку. Страховка у меня на руках. Вот и все. Все вот эти вот документы я напишу в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно.